Джуди, не волнуйся, мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-нибудь ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверила, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта «Удовольствие Night City» есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. У меня есть идея получше. На Чпок-стрит видела магазинчик. Там было много разной порнухи. Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Чумба, это что за наебалово? Тут же не хватает 4 кусков! Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай! Я не с Пабло работаю с тобой. Он тебя бесплатно зачипировал? Если что не так, пиздишь. Отвечаешь тоже ты. Ага. Выглядит бедненько. Эй, Писа, стой! Ты куда спешишь? Тебе денег? Да? Даже в рассрочку? Давай, я же говорю, после операции просто сказал. Увидимся. Я пытаюсь, но что-то как-то не получается. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Ну, покажите, что у вас интересного. Со мной ты до утра течь будешь.
Что у тебя есть? Вирты. Только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Откуда ты берешь эти записи? Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Какая ты сладкая, так бы тебя и съела. Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готово. Жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Повезло. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Видишь что-нибудь? Может, они оставили что-то важное? Переключи слои. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики.
Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Заказ недавний. Спецовка с нашивкой Корпы Электрик. Бабы из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электрика, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электрика была большая станция в Чарльз-Фриде. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Ну да, но в любом случае нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Еще в начале 2020-х, во время корпоративной... Да, поехали. Погнали. ...между Арасакой и Милитей. Миллионы людей, зверей и растений погибли за считанные минуты. Такая же судьба ожидает всех... Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Президент новых Соединенных Штатов Америки Розалинд Майерс отказалась от комментариев. Тем временем в Европе правительство по Дании в очередной раз проводит кампанию против черных археологов, ведущих нелегальные раскопки на территории Венеции. В последней стычке погибли семеро карабинеров и четверо грабителей. В руинах города скрыто осталось много бесценных трупов. Импрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителей. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет 1/3 ВВП по Дании. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошла.
живая? Живая! Решила не играть в скрытность. Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуем найти проход на нижний уровень.
нашла спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ви, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Рубашка. Ты слышишь? Эвелин. Да, точно ее. По-быстрому. We'll be right back.
Идем дальше. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Я тебя порву!
Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Полиции, паскуда! Пошли искать. Жди нас, Эва. Берегись!
Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готова. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз. Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Поняла. Идем к лифтам. Тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть и обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли через ад, чтобы торчать под дверью. Ах.